Люблю дорогие напитки, да. Надо было с утра начинать. Сейчас бы сил столько было. Ну, тебе сказать, как начался мой день сегодня? Еще. Ну, а я сейчас разохлавлю весь список. Значит, вот бизнес-зал. Я просто приехала пораньше, боялась застрять в пробках, там сложно припарковаться. Час времени. Захожу в бизнес-зал. А тут девушка ко мне подходит. Что желаете? Но я не смогла девушке отказать. Говорю, красное, конечно, сухое. Вот так начинался день. Помнишь, песенка была? Вот у меня так начался день. Ну, потом бизнес-класс Сапсан. Ко мне подходит девушка. Что желаете, спрашивает она. Я опять не смогла отказать. Но то я решила расширить ассортимент, и было игристое. Мы приехали на площадку. И тут приходит молодой человек и говорит, что желаете? Но молодому человеку я отказала. И это как раз, наверное, меня уберегло от, например, бокала виски. Тут начался концерт. Первый столик спрашивает, что желаете? Да. Все девушки. Я не могла отказать. И вот оно игристо играет во мне. Кажется, я готова к катапульте. Все хотят меня попробовать. Отключаю алгоритмы.
уже не нужен. Она из себя потом, но каждый несет в себе свое небо. Каждый ее сук упирается в небо. Каждому хочется зрелище хлеба. Каждому дюкцию хоть каплю меда. Каждый несет в себе свое небо. Каждый язык упирается.